Үтөкүнүн сайдам саналаах сахажана эги буда куска бирини көрөт. Биги билигин саңа табакага келдибит. Бу манна икитинче сүрбө хыллакка хабыс саңа культура жета, кедир жената культура жета ахыллыбыта. Бүгүн биги манна гаджитти келдибит. Так, конечно, все меры у нас уже предусматриваются. Так, мы вас запомнили, запомнили. Итак, мы начинаем нашу экскурсию по замечательному новому Дому культуры «Кедр». И нас встречает сам заведующий этим Домом культуры Светлана Ивановна Иванова. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы рады приветствовать гостей. Сегодня мы хотим вас познакомить с нашим Домом культуры, который, ну, в связи со сложившейся ситуацией, как бы работа все равно продолжается. Это наше помещение арт-кафе. Здесь вот небольшие стеллажи. Можно тут сидеть, да, вот. Да, мы проводим небольшие, ну, такие для маленьких компаний мероприятия. Потом у нас проходят викторины. Ну, сейчас вот в связи с карантином, конечно, работа кружковых мероприятий тоже, ну, по определенному плану, да? А вот эти вот замечательные поделки, это, ну, это наши делали, участники, наверное, клубных формирований, да. У нас мы шьем, поем, танцуем, рисуем. Все что угодно, да? Да. Красота. Это при этом Доме культуры? Да, в Доме культуры у нас 20 клубных формирований, почти 300 участников. Да, работы очень много. Сейчас очень проводится много мероприятий в онлайн-режиме. Ага, ну да, сейчас в онлайн-режиме. Время такое. Готовим уроки, мастер-классы, работаем по проектной деятельности. Смотрите, какая большая, да, широкая. Это наш большой зрительный зал, 130 посадочных мест, большая сцена. Ребята репетируют, вокально-инструментальный ансамбль «Табага». То есть у вас есть свой ВИА? Да, мы готовимся. У нас в феврале в рамках, ну, к 23 февраля проходит вокальный конкурс «Звезда». Ну, пройдет конкурсная вот эта вся работа с видеоматериалами, конечно. Ну, да, работы очень много, потому что мы же еще готовим майские праздники. У нас будет открытие общественных пространств. Это у нас скверы, значит, сквер ветеранов, сквер искусств, сквер знаний. Очень много работы. А как вы сказали, вы открылись прямо перед пандемией, да? Да, мы открылись 7 марта 2020 года, и 18 марта мы закрылись, да, на пандемию. Поэтому, но при этом был все равно сделан набор. И вот, ну, как бы началась работа по проектам. «Нескучный дом», вот марафон «Светоч». Работы много, коллектив молодой. А, тут мы можем, Светлана Ивановна, тут мы можем смотреть, да, с открытия, ну, вот на наших, да, стендах, да, это 15-й год установка сваи, а здесь вот 20-й год у нас уже вот открытие с участием наших почетных гостей, руководителей республики, да, вот наши строители зала, кто и ключик. А мы проводим маленькие такие вот аниматорские дела, проводим дни рождения, когда можно. Ну и как бы вот детская работает, есть ветеранский уголок. Ну, то есть каждое помещение у нас в рабочем режиме. Как хорошо все предусмотрено, чтобы детки тоже вот отдельно, да, проводили свое время. Тут оказывается очень... Да, очень много у нас наглядных материалов, пособий, игрушек. Да, клуб очень большой, хлопот очень много. Ну, как бы вот здесь у нас комната общественных советов. Сколько? Да, ну вот тут наши бабушки, ветераны, совет ветеранов. Костюмов. Ну, работаем. Ну, вот такая у нас рабочая обстановка. Для каждого есть свое место. Да, ну, да. Да, и мы продолжаем наше путешествие по нашему Дому культуры. Такой своеобразный квест. Мы находимся в здании, в помещении, значит, прикладного творчества. Здесь у нас находится швейная мастерская. Сами шьем, вот готовим заготовки на проведение различных праздников. Ага, да, это вот тоже чему-то готовится, да? Да, это масленичное у нас. Делаем новые костюмы, поэтому... Вот можете, дорогие телезрители, заметить, какова красота, как говорится, какова, да? Какова красота, да. В декабре мы открыли наше, как бы, креативное пространство, ремесленный коворкинг «Сан Вуд». Ребята, которые придумали, ну, такие серию уроков, занятий, ну, по обработке дерева, да, это все сделано ихними руками. Смотрите, дорогие телезрители. Да. Мы написали большой проект, ну, просили как бы субсидию на приобретение хорошей, ну, качественного техники, да, оборудования и техники, потому что, ну, как бы вот инструменты, которые есть, они, ну, такого ручного, а мы хотели фрезерно
фрезерный станок с частично программным управлением, чтобы делать вот такие ажурные вещи. Ага. То есть, ну, как бы сувениры, будет, да, да, всю вот эту ажурную работу. Помещение это тоже у нас было, ну, прикладное. Здесь занимались кружки, я сам, модельки и по лего-конструированию. Ну, теперь вот в таком рабочем формате. Заходим, и здесь у нас еще замечательно. Да, в нашем клубе очень много досуговых помещений, и мы сейчас находимся в помещении. Здесь мы поем, распеваемся, здесь мы занимаемся с нашим хормейстером. У нас действует 3 вокальных коллектива. Да, 3 хореографических, 3 вокальных. Да, ну и пользуясь, значит, у нас же тут 2 в 1, вот наше помещение хромакей. То есть, вот, да, здесь у нас ведутся видеосъемки. Мы собираем фонды народного творчества, наши хамусисты, фольклористы, да, и наши артисты. Да, принимаем участие в конкурсах вокальных, ну, вот, стараемся везде принять участие. А здесь у нас расположен такой мужской уголок отдыха. Мужчины приходят, и в рамках, ну, клубного формирования спортивный клуб «Микс» у нас работает фитнес. Даже, да? Даже да, настольный есть. Теннис и бильярдный клуб. А сейчас мы находимся в нашем хореографическом зале. Хочется отметить, что здесь вот такой очень профессиональный у нас пол. Да. Да, тоже у нас хореографические коллективы занимаются и работает фитнес. Фитнес-клуб называется «Грация». Девушки проводят занятия понедельник, среда, пятница. Тут пространство сразу-то такое очень просторное. Да, сейчас тоже в связи с ситуацией у нас идет цикл видеоуроков. По разнообразным стилям и танцам. Да. Все предусмотрено, все красиво. Все очень красиво. Теперь мы спускаемся в крыло библиотеки. То есть под одной крышей у нас располагается Дом культуры и библиотека книгачей, филиал библиотеки Белинского. Здравствуйте, Елена Владимировна. Добрый день. Мы к вам в гости. Меня зовут Елена Владимировна Филиппова, и я заведующая библиотеки книгачей, которая находится в селе Табага и расположена в Доме культуры Кедр. Добро пожаловать к нам в гости. Угу. А, наша библиотека открылась в этом здании в день открытия, соответственно, да? Угу. Сюда мы переехали, очень трудно. Мы, получается, открылись 7 марта. И 17-го, к сожалению, нам пришлось закрыться, да, поэтому в условиях пандемии нам немножко было сложновато работать. Но сейчас есть некоторые послабления, поэтому мы с радостью принимаем читателей, которые к нам приходят. А тут у нас Татьяна Николаевна, библиотекарь нашей библиотеки. Здесь расположен фонд абонемента, художественная литература, литература досуговая, романы, иронические детективы и, в общем, различные чтиво. Здесь у нас далее идет классика, русская классика, зарубежная, отраслевая литература. В общем и целом, литературы, как оказалось, у нас не так уж и много. После того, как мы переехали в огромное помещение, да, мы находились в маленьком помещении, у нас было, прям казалось, очень много всего, и все прям забито и тесно поставлено. А здесь... Как выяснилось, простор у нас такой, очень да? много пространства. Да, здесь у нас еще один зал. Ух ты! Да, и сюда мы поместили наших подростков. Они все время хотят уединиться. Мы их так отгородили. Поставили да, им там кресло, столик. Отдельная. Да, здесь у нас наши подростки. Ух ты, могут тут сидеть, уединиться и читать свою любимую классику. Все верно, да. Как сказать, произведение, да, свои любимые. Здесь у нас зал. Гарри Поттер тут есть. Зал был у нас... организован для мероприятий, поэтому мы оставили большее количество пространства в центре. Но сейчас мы находимся в режиме проверки фонда, поэтому у нас немножко как бы такой вот рабочий беспорядок, да, потому что мы проверяем фонд. Пришло время, и мы вот пока, пользуясь тем, что у нас не сильная загруженность по читателям, мы сейчас проверяем свой фонд. Работа такая да. идет. И в связи с тем, что у нас образовалось такое большое помещение, у нас далее по коридору появилась комната, которую мы смогли использовать так, как нам хотелось очень давно. Как правило, библиотеки занимаются же собирательством и сохранительством. Да. Поэтому наша главная цель, основная наша задача была и давнишняя идея. Очень хотелось создать музей. Ну, многие библиотеки зачастую в селах, в деревнях
они создают музеи чаще краеведческого характера, да, но у нас в силу того, что не было места, катастрофически было мало места, и в силу того, что не было какой-то определенной концепции, мы не понимали, что мы хотим, что нам нужно, за что нам зацепиться, да, очень долгое время мы не могли понять, с чего же нам начать. Ага. И вот в тот момент, когда у нас появилась вот эта вот замечательная комната, в один из вечеров мне все-таки... Ну, то есть это же Табага, здесь градообразующим, да, деревнеобразующим предприятием все-таки был лесокомбинат изначально. Поселок строился как лесокомбинат, и здесь был деревообрабатывающий цех, здесь была большая стройка, на которую уехала молодежь со всего Советского Союза. Да. Здесь было хорошее обеспечение, давали квартиры, помогали с жильем, устраивали в детские сады. Ну, в те времена, когда люди приезжали, конечно, еще ничего не было. Здесь было вот голое пространство, поляна, да, люди жили в палатках. Ага, но только обустраивали, получается. Да-да-да, вот только все начиналось. Ну, и, в общем, деревообрабатывающий цех и колония. Это были две основные предприятия, которые вот находились в Табаге. Бүгүн эхиканан аспыт үйе сәбеске кеменәгі Джон Сәрге туттасылжывы тәрелдерін, оңюрдарын, ихитин қомуғын қомуян, қарыстан, мұнян тұрар Табага библиотекатын музейгер үйәрі көті көрсі бүт. Бүйге Табага бұт сәренетігер аспыт үйе сүрін, Уяга сүрүн үлө тарелтете тыгынча тогус үс бүгүн агы сылттан үлөлөбүт мастаңастыр кембинат онна колония болар. Кембинатка себеске улак кемигер 5-10 сыл тухары мас оңоктары, мебелдери, арас, тутуу материалларын белемнен оңорон тахар бүттара. Ол кемге Джон Сәрге социалистическай үлөгө тоох бар күстерин, билгилерин ууран туран үлөлиллере. Онан себеске кем биһиги дойдубут ологор жонугар сергетигер бир ураты кем боларын туһунан оголор бутугар сеннер битигер көрдөрөр үгүс материал бир сирге муньюллан турара керексебиллер. Олехин биһиги музейбут көлөнелер быстыспа ситимнерин туһута болар. Манна эги көрөкөт себеске кеминеги самовар, көбүр, ыскап онда да атын ол кемге туттулласылжыбы тереллер баллар. Музей тәрелерігер күз кәбе болбуд Табага сәренетін күрджағас олықтақтырғар мақтал бұдын тердәбет. Бай материалары манны көрін аспыт кем тыңығар керек көтін сөп. Әдер саскытын онна ұрық қолық құтын өйден кәлер кеттігер анамыд бұл үнтірейіне тәрелері бүлсіхе музейгі үлі кәмегер кәлін санаалығын сыненар күтігер дуғалығын осқуер күтігер ыңырабыд. Беги әхәләр бит, әбәләр бит, үеттен үйға бәрінден кәлбет үтөкәннәғ үгістерін қарыстан мүннен оғылыр бұтығар кәпсән, сүбәлән берер сұрықтақ бұт. В советское время, когда был большой дефицит всего, колония, она, как бы, если лесокомбинат, он работал на внешнее производство, да, не внутри, на внешнее производство, то есть лесокомбинат делал окна, делал двери и поставлял их на стройки в город Якутск. То колония, она работала и на поселок в том числе. У всех были предметы быта, такие как шкатулки, всякие сувенирные изделия, отделочные доски, мебель, начиная от мебели, заканчивая предметами одежды. То есть все дети были одеты в какие-то бабоши, которые были сшиты за забором, да? У всех были ручки, которые были сделаны там. Даже? Да, были четки, все школьники ходили вот с этими ручками. Поэтому, да, у нас вот есть экспонаты, я могу вам их показать. Да. Очень вот, интересно. Вот это вот, такая вот, вот ручка. Да вы что? Дорогие телезрители, когда-нибудь видели такую ручку? Это сделано рукой. Ручная работа. Вот такие вот пластиковые, из какого-то материала, я забыла. Ничего себе. Покажите поближе, пожалуйста, тут роза. Как детально все сделано. Вот каждая роза, она отдельно. Потрясающе. Далее, у каждого уважающего, конечно, табагинца обязательно были четки, не маленьких количеств, всякие разные, какие хочешь. Это вот мои личные. Почему они находились так долго у меня дома, я не понимаю. Наверное, они ждали своего часа. Да, видимо. Все наши друзья, знакомые, родители, родственники. Это все сделано в Табаге. По большей части все работали, конечно, какая здесь красота. В колонии. Угу. Поэтому все, что находилось дома у табагинцев, было оттуда. А, вот такие вот различные шкатулки. Тоже здесь вот да, все сделано. Да, да, да. Поэтому мы, конечно,
все-таки основная идея сначала, изначально, это было как бы изделие, которое сделали в лесокомбинате и в нашей колонии. После того, как... даже бренд табаки, даже да, после того, как мы начали собирать, после того, как наконец-то у нас появилась идея, что же нам делать, да, и как же нам это делать, мы попросили своих односельчан, написали в WhatsApp-группы, в Instagram, написали о том, что мы хотим, мы планируем создать как бы вот в память, да, историю нашего села, такую вот. Ну и люди, конечно, стали приносить. Но не обязательно как бы вот стали приносить то, что вот, потому что все-таки, когда закончился дефицит, когда у людей появились деньги, когда в магазинах появились какие-то товары, люди пошли, купили себе новое, от старого уже вот избавились, да, от этого. Поэтому мало у кого что-то осталось, но то, здесь что как осталось... как память, если у некоторых. Да, 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 да. Поэтому именно вот, вот таких вот изделий, ну, у нас не очень много, но, тем не менее, люди стали приносить различные предметы советского времени, да. Вот, вот коллекция фотоаппаратов, она нам досталась почти, почти одним лотом вся. Ну вот единственное, что вот этот вот мы привезли, это как он работает? Вот этот фотоаппарат нам привезли из, из Республики Коми, передали вот такой. А вот этот вот нам передала жительница села Старая Тамага. Это у нас коллекция одним лотом нам досталась, да? Вот такая видеокамера тоже. Да, многие это помнят уже, такую видеокамеру. Немножко уже другое время. Ну и, конечно, обратите внимание, что у нас почти возле каждых экспонатов, по возможности, мы, конечно, мы же библиотека, мы все сопровождаем книгой. То есть, если это фотоаппараты, то значит, у нас книга по истории фотографий, да? Если это шкаф, то у нас обязательно вот книга, как одевались твои прабабушки и дедушки. Если это старая обувь какая-то различная, то у нас, конечно, стоит книга, которая вот про обувь, про, ты, как про историю обуви. Да. Также у нас здесь в серванте есть вот сервиз. Этот сервиз приехал к нам из Нижнего Новгорода. Бабушка хранила его как приданное в коробке. Он достался нам прямо в заводской коробке 82 года. Его там упаковали, и он к нам так и приехал. Да? Ну и, соответственно, там рядом стоит книга. Чай, чай, выручай. Да, все верно. Также у нас есть вот книга Светланы Ефимовны Соколовой, нашей коллеги. Вот, здесь у нас коллекция, небольшая пока еще коллекция обуви, и рядом вот стоит книжка про обувь, да? Ну вот, книги нашего детства, в общем, мы стараемся, да, если это зеркало, то значит у нас есть тут книжка «Мир таинственных зеркал», то есть мы обязательно стараемся, конечно, не уходить далеко от такое своей основной решение, работы, вообще. Конечно, потому что мы библиотека, у нас везде сопровождается книга, мы везде должны продвигать чтение, как ни крути. От этого никуда не денешься. Так, ну далее, ну вот, в общем-то, стараемся мы, здесь мы немножко, вот то, что уже, да, из подаренного. И очень отрадно, что у нас, конечно, экземпляры, экспонаты не только от наших сельчан. Это вот комплект акушерский 82 года, приехал к нам из Иркутска. Это вот такой вот мерить давление, шприц советского времени. Помните, раньше их кипятили, да? Банки, ну банки, наверное, знают все, и сейчас тоже ими делают массаж в некоторых заведениях, да? Поэтому... такая ностальгия прямо. Да, здесь у нас вот такой уже немножко детская комнатка. Шкаф. Тоже кое-что у нас тут есть. У меня ощущение такое, как будто я вот... в то время перенеслась. Да, да, ну, конечно, изначально идея была, ну, немножко другая, но мы ни капли не жалеем о том, что у нас вот как бы у нас проходят замечательные мероприятия в ретро-стиле, фотосессии новогодние, у нас шикарное новогоднее оформление, стеклянные игрушки, новогодняя советская елка, гирлянды, все это вот рабочее, и мы прямо оформляем хорошую, красивую советскую фотозону, да, вот там вот в кресле, возле телевизора. И все, да, и все, наверное, люди, жители да, так приходят, фотографируются, приходят. Устраиваем фотосессии. Ну, здесь вот игрушки, история игрушек, книга про советскую школу «Парта, фартук, два труда». Да? Я впервые, наверное, вижу такой музей, так интересно продуманный такой. Также здесь у нас, да, есть вот такие различные настольные игры. Раньше же, в советское время, мы как-то не очень часто ездили в отпуск, к чему хотела сказать.
А те, кто ездил, они привозили из отпуска различные открытки, там у нас тоже целая коллекция других городов, да? Да. И я помню, что когда мы ездили в отпуск, у нас обязательно с собой были вот такие вот игры. То есть мы проводили время в самолете, да, играя во всякие разные пятнашки. Я помню такие. В шахматы. Маленькие шахматы. Сейчас, конечно, все играют в телефоне. Ну вот две у нас кроватки, одна тоже приехала из города Ухта, а вторая вот подарена со старой Табаги. Ну, огромная, конечно, благодарность жителям за каждую игрушку, за каждую мелочь, за каждую вот деревянную машинку, да, самодельные всякие вот такие вот вещи. Это же мечта каждого советского мальчишки — иметь вот такую вот машину деревянную. Я помню, у моего брата был деревянный пистолет. Он прям такой деловой был во дворе. Самый крутой, да? Да. Вот это вот... Шапочка, она пахнет той советской резиной. Этот ужасный запах советской резины. Это и он никуда не делся за столько лет. Ну, вот этот стул, например, в нем выросло не одно поколение детей. Это тоже вот делали у нас в исправительной колонии. И он переходил из... Ну, мне он достался лет 15 назад. До этого он уже вот где-то у кого-то жил. Конечно, различные чеканки, вот такие вот всякие вещи. Раньше обязательный предмет украшения, интерьера. Сейчас люди любят минимализм, поэтому избавляются от всего, да? А раньше было очень важно, что у тебя что-то есть, было дефицит, нигде не достанешь. Спасибо большое, Елена Владимировна. Потрясающий музей. Каждая вещь, каждый экспонат – это история, это очень интересно. Можно погружаться и... в ту атмосферу и прочувствовать именно ностальгический дух того времени. Мин табага селенетен библиотекатыга сыдербын сөбілюбін. Ордук жолан бу хевеске кемнағы арас дәрел мал дияға туттар мал сал мұнжылдан тұрар музейгер. Жан дуғалын сыннен артта. Дуғалын сыннен артта. Манна кейдеққанен жоллоқ оғы сасқын. Эргілдіпәт әдер кемнерген санаан кәләғын. Ордук жолан бу проигрыватель биги келуэне элбек үнкү кехелеригер аргыс оңустубут. Аптак музыка эгетигер киллер бит. Бир биги эдер кеммет бир сүрүн өйдөбүнүгө болан турар. Билигин бу музейга сылжан эркинливет эдер саскын санаңын билен турар. Эмие курус сана кирер, эмие да мақтал тылларын этекпетін бағарабыд, табага библиотекатын хевелістейгер. Елена Владимировнаға бұл хевеске кемнағы арасманлары мұнян музей терген үлелеп бітігер. Хажы маның әйгене терегдіктіре дебітті. Бұл проигрывателі бігі көлуенеға әлбәк таптал кехелерин мәлек тәбет, музыка әйгетігер бігіні киллер бет, билер ұрығыттар ұрығыларын білігіндер бет, мақталлақ өйді бүйінік бәлі бет. Әбілінде сақал бағын көрі өқт бет, күнде қаратшылар. Білінде ған өлелер. Бұ музыкаға бігі бары ылжыттар бүтін, істәкшілер бүтін, күттіғар күттіғар үңірабын. Жәрі істен көріңқа. Манан. Нәрі күнді көрәтшілер бүмін бігілге табағағы ғылжытта атырбыт, саңа табағаға манна бұл ханға хабыз саңа бұрылғы хүджар кедірден күлтуре жетігер ғылжытта атырбыт, онына көрәгі күрді бұл манны күрді құраты кәрі бәйләқ әйгеға кейірін астырбыт. Наға астынным доғыйдым. Спасибо вам большое всем за сегодняшний опыт. Мне очень все понравилось. Я погрузилась в эту атмосферу и узнала очень много нового. Спасибо большое. Да, и в заключение спасибо всем за внимание. До новых встреч!